Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдди Санжека Игорь, и сегодня мы выпускаем новую серию снайперов в Майнкрафте. И да, ребята, всем привет, и знаете, что эта серия выходит только благодаря вашей поддержке, да-да. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, что эта долгожданная серия соберет кучу лайков, и тогда мы продолжим выпускать новые серии снайперов именно для вас. Приятного вам просмотра! Ну что, ребята, ну я прям уже забыл, как стреляться. Давно не было с этой серии. Давно. Ну что, готово, я самый жесткий террорист среди вас. Смотрите, пока вы нас не убили, еще никого ни другого не убили, я хочу сказать, что как бы если мало лайков наберется, то больше серии не будет. Да. Ребят, мы пускаем эту серию только ради вас, потому что вы уже долгое время просили, чтобы снайперы вышли, поэтому ставьте лайк, если хотите еще новой серии. Так. Вообще надо очень много поставить. Чем больше лайков, тем больше шансов. Все просто вообще. Это да. Так. Так, мне кажется, кто-то уже кого-то заболел. Нет, я пока... Так все притихли, так мне страшно. Где я? Не понял! Мне страшно! Как этим ножиком пихаться? Что так странно? Это вообще, он прям дикий ножик, это вообще... Дикий ножик, это опасно. 25% скорости сопротивления отбрасывания, угу. Серьезно? Хрена тебе! Сопротивление огню. Так, подожди. Так, подождите, да-да-да, вот я тоже не понимаю. Нет, вы подождите, я ничего ждать не буду. Это ж говно! Иди отсюда, топи отсюда, я сказал, давай. Кто, чё, где, как? Я никого не вижу! Эдисон, убей его, он сейчас меня убьет! Да я никого не вижу, в смысле убей! Пожалуйста, Эдисон, пожалуйста! Отстаньте от меня! Это такая тактика, да? Вы в меня стреляли, но... Я все понял. Да, это Игорь, мы же в него стреляли, правильно? Да, я все понял, крыса. Крысяки. Да зуб чистый! Мы вылез, там головка торчит его! Головка торчит, ничего там не торчат! Так, а где он был? Эрь! Тихо, Эдисон, сейчас тебя надует. Жека, ты можешь снайперку убрать, а то вижу, как ты летаешь, будешь палить. Помните, те, кто смотрел, подписчики нашей серии, Эдисон все время выигрывал, он вообще нереально. Ай-яй-яй-яй-яй, какой паршивец, подонок просто, я согласен. Ай-яй-яй, Эдисон. Ай-яй-яй, Эдисон. Жека, я твою снайперку вижу до сих пор. Да, в смысле, я ее убрал. С первого слота убрал? Да я со всех слотов убрал вообще. Со всех слотов убрал. Где снайпер? Мне вообще в инвентаре не Игорь! Алло! Игорь, бей его, пожалуйста, Игорь. Тихо, подожди, меня Эдисон сейчас испугал, мне аж плохо, не по себе стало. Вспышка слева! Вспышка справа! Вспышка справа! Вспышка слева! Вспышки! Пожалуйста, не засоряйте рацию! Не засоряйте рацию! Давай, Игорь, ты давай! Стреляю! Кто? Жека, твою мать! Нет, это не Жека, это Эдисон. Ну да. Игорь, будь осторожней, пожалуйста! Где ты? Я убей его, Игорь! Не поддавайся на провокации! Ну где ты? Ну давай. Давай. Давай, подонок! Да! Да! Я все это время... Хедшот, мазафака! Так, Игорь, ты подвел меня, Игорь. Да блин, понимаешь, Эдисон слишком сильный противник. Вообще. Ни один вопрос, ребята. Да. Серьезно, вот жесткий вопрос. Что такое гранатомет? Как оно работает? Это дымовуха, просто берешь и пиу-пиу-пиу и все, типа. А, я думал, это бум-бум-бум. Это бум-бум-бум, но там потом будет. Я сделал. Я Игорь, нам нужно отомстить за, как бы, понимаешь, надо объединиться против Эдисона. Давайте вы, может, за себя будете сосунки два. А нет, давайте, мы сгруппируемся, убьем одного снайпера, а сами за себя постоять не могут. Фу. Это как бы снайперы, понимаешь, они хитрюги, они действуют только ради своей выгоды. Ради своей выгоды, вы как раз таки ради своей выгоды будете меня убивать, а потом друг между другом будете. Я ищу противника, я сосредоточен. Я тоже ищу противника. Подожди. Противник что-то не ищется, совсем не ищется. Противника не вижу. Да кто пиу-пиу-пиукает? Я видел дым! Дым видел, я видел дым! Ой-ой-ой-ой-ой, это опасно! Это опасно, дым, а в дыму кто-то 100% был, я так думаю. Да, я тоже так думаю. Это дым распространяется или что? Дым, да, опасный дым. Дым вообще распространяется по всей карте. Это дымный монстр. Мне кажется, вы что-то знаете. Ай-яй-яй-яй-яй, мы ничто не знаем. А кто знает? Да никто не знает. Эдисон самый странный! Да что это такое? Сколько вам дел?
Откуда? Ты делаешь? Откуда? Серьезно, подожди. Давай ты будешь тпшиться, чтобы меня спалить. Да-да-да, я выпишу зелье и подлечу. Ай, прям так, ай, я так, ай, прям засадил. Игорь, это где? Подскажи мне. Я не понял, я тебе засадил, прям так, лобик такой. Я не видел, я до сих пор не видел, а ты меня как увидел? Ну, я видел твою башку. Игорь, сделай день, пожалуйста. Так, сейчас я его убью. Ну давай хотя бы разочек убей, пожалуйста. Давай. Так, ну Эдисона я нашел, и Жеку я... Ах, вы ж говнюки! Противник справа не понимает. Противник справа бежит налево. Ай-яй-яй, как близко. Штанга. Вот это... Да. Только никто не понятно, кто противник справа, кто противник слева. Да, и кто противник справа... Опа. Да, я противник посередине, а, у меня не посередине. Убьют. Ну Эдисон вообще без пальцев. Что было? Ого! Я кажется понял, что кое-кого спалили, точнее меня. А, вот, мне кажется... Никто никого не спалил. В смысле спалили? Так, мне тут нужно срочно помочь. Жека, ты где? Жека, прием! Ой, да, понятно. Слышно ли? Рация работает? Алло. Он принимает какие-то серьезные действия, он просто... Что происходит? Я понимаю, короче, что меня сейчас обнаружат, поэтому я просто буду бегать. Я не знаю, сам не знаю, я потерялся, Игорь, помоги! Ну короче, я включаю мастерство видения, я вижу Эдисона... Ага, который стреляет по мне, да? Да, подождите! Это очень, на самом деле, опасно сейчас что-то творится! Кто по мне стреляет? Хватит! Хватит! Как?! Ну это просто лакер! Просто лакер! Я ему тыкну в спину! Это называется скилл! Это называется нубство! Я сейчас не понял, у вас 1-1, а у меня 0? Да! Все верно! Спасибо! Мне не нравится это! Не ставьте лайк, не надо. Все верно. Залакерил. Что я могу сказать? Да. Ну что, счет 1-1 и у Игоря 3. Продолжаем нашу битву. Я нашел свое место спасения. Но, по крайней мере, тут никто не найдет. Так, давайте, вы сначала убейте. Не, Игорь, давай вот ты сейчас бы быстренько мой Эдисон убьешь. Да, я, конечно, да, спасибо за ваши вот эти вот планы. А потом нет, я тебя убью просто. Я в их участвовать не буду. Ну хорошо. Я, конечно же, этого проверять не буду. Нет, конечно. Я всех вижу, просто выжил. Ой-ой-ой, откуда велся огонь и по кому, самое главное? Вот именно. Ага, ну ты точно стрелял в Эдисона? Это стрелял точно Эдисон. А, ну да, да, точно я стрелял, конечно. Давайте все на меня сейчас сваливать будет. Сгруппировались? Да. Ну, в любом случае, стрелял либо Эдисон, либо Жек. У меня есть фото. Ну, у меня такая же фигня, я тоже не стрелял. Охотник. А, ваша мать. Хедшот! Да! Ты по мне стрелял, я понял. Нет, это не я был. Ну да. Нет? Нет. Ага, да, конечно. Выпей зелье. А ты меня видел? Вот из происходит, плиз, скажите мне. Вот из происходит? Вот из происходит. Игорь, ну ты должен его убить, как бы тут будет 2-1. Ну да, тут будет... Подожди, ты просто скажи, я выигрышной позиции или нет? Да. Я даже не знаю, где ты. Давайте мы не будем вот это выигрышное, не выигрышное. Игорь, мы далеко, ты слышал это? Мы отдаляемся, Игорь! Вернись, Игорь, вернись! Я на месте стою, и ты шо? Игорь, вернись ко мне, пожалуйста. Не отдаляйся. Так, хорошо, Игорь. Шо? Хочешь анекдот? Где ты есть? Анекдот, хочешь? Нет. В смысле? Я смотрю на Эдисона, мне смешно становится. Анекдот! Рассказываю. Нашел, конечно, время, может ты это там... Начнешь что-нибудь делать? Ай, спина болит просто. Сейчас я понимаю, понимаю. Спина заболела тут. Так, я не понял, спина заболела. Спина болит просто, спина. А он решил, он на массаж решил сходить просто рядом в салон. Спина болит? Да, вот, спина заболела. Массажик. Спина болит, паскуда, дрянь, вот. Я не знаю. Давай! Я не знаю, что делать на самом деле. Так, подожди, все, короче, сейчас Игорь разрулит. Сейчас Игорь пошел. Да, Игорь разрулит, да. Короче. А где Игорь? Ой-ой-ой. Игорь. Игорь заблудился. Ой-ой-ой. Да твою мать. Ой-ой-ой. Да! Пусть
Я тебе хоть сколько снял? Я тебе всю карту за тобой бежал. Я тебе снял, конечно. Нет, вообще нет. Игорь, ты понимаешь, что если сейчас Эдисон выиграет, то как бы все, кирдык. То капец. То капец, я тебя хочу. Мы играем до трех, понимаешь, да? Кирдык, просто кирдык. Если Эдисон совсем охренеет, он сейчас выиграет, то это будет очень грустно. Ну что Эдисон непонятно где прячется. Вот это вот. Да я говорю, у тебя путь ноль, понимаешь? Ноль, тебе нельзя так нельзя. Лохопут, просто лохопут. Да, значит, дорогие друзья, вы сейчас ставите лайки, я просто разношу им лица. Сейчас показываю. Давай. Я уже поставил тебе лайк, давай, Игорь, тащи. Давай. Первое лицо, второе лицо, давай. Да, да, как его, да? Да что ты? Подожди, ты не кричи, сос. Твою мать. Я жду подкрепления. Ждешь подкрепления? Подкрепление, парад. Придите на пол. Мне нужно... Шо это такие? Я не понял. Да, Жека стрелял, Жека не умеет врать, поэтому... Ну ладно. Ну правда тут 2-1-0, но ладно. Я утеряю. Да я не выкупаю, что ты делаешь? Да это ты говоришь. Это Игорь, мать твою, Игорь, я в тебя пальну. В меня? Да. То есть вы меня все видели? Нет, я видел, когда ты резнулся где-то. Так, хорошо, мне надо понять. Резнулся, кто-то не резнулся. Я не выкупаю, откуда Эдисон ведет. Не, Эдисон на самом деле вообще, он как-то странно так играет, он просто, он где-то вообще стреляет, и его никто не видит. То есть если я стреляю, то я по-любому палюсь. Ах ты ж говнюк, что ж ты делаешь? Я понял, как он действует. Я. Ага! Ага! Не, ну я тоже понял, так полежи, Жека, короче, он и лежит, и сидит, он что только не делает. Это капец. Не, ну конечно вообще псих. Психопат просто! Отбитый человек вообще, на самом деле. Я согласен с вами, господа, согласен. Господа, я с вами тоже согласен, господа. Да! Не, я мог бы что-то сказать, но типа я такой думаю, нельзя же спойлерить, да? Эдисон просто тебя ведет за мушкой, полкарты, ты бежишь. Да я понимаю, я хотел перебежать, но по-другому бы никак не получилось. Браха, я никого не убил. Один раз убил Жеку. А я один раз Эдисона убил. И все? Это заслуживает медали, согласен. Блять, Эдисон настрелял, то есть получается, типа, один раз ты Эдисона убил, один раз я Жеку убил. В итоге один раз убил, я один раз убил. Вообще нелогично, по-моему. В общем, ребята, мы хотели бы вам сказать огромное спасибо и скажем еще раз спасибо, если вы поставите огромный палец вверх на все наши видосы, да. И будет больше снайперов. Я на самом деле вообще в шоке. Вот это такая самая просто унизительная серия снайперов. Нас с Игорем унизили, как хрен знает. Я вообще ни разу не выиграл, я только Жеку убил. А Жеку убивать нельзя. Ребята, если будет много лайков, мы сделаем вторую серию. Но только если много лайков, поддержите нас. Так что лайки. Я должен в следующей серии наказать всех. Так что не почувствовал. Не почувствовал. Ой, ну так, до свидания. Все просто. Читы подрубил. Я говорю. Все, всем пока. Пока.